Встречи руководителя города с коллективом Пушкинского университета давно стали хорошей традицией. Ведь ориентиры и приоритеты для областного центра нужно определять, исходя из потребностей людей. Об этом Александр Рогачук говорил неоднократно. По мнению мэра, город в ближайшую пятилетку может воплотить те принципиальные положения, которые были выработаны в рамках очередного Всебелорусского народного собрания. Приоритет – это создание индустриального парка. Не IT-кластера, а индустриального парка на базе парка высоких технологий в центре нашего города. Приоритет – это реформирование наших предприятий, которые еще до сих пор из того уже давнего советского прошлого, но работают не самым эффективным образом. Это развитие туризма. Город Брест интересен для туристов, это тоже часть экономики. И, конечно, максимальное использование нашего географического положения, я имею в виду логистик и наш транзит, чтобы город Брест зарабатывал и на этом. Разговор о ситуации в стране и городе продлился чуть более часа, однако он получился тезисным и конструктивным. Александр Рогачук был предельно открыт и конкретен. В своем выступлении он не только поделился успехами областного центра, но и теми позициями, которые пока вызывают некоторое недовольство. Сегодня у Бреста есть достаточно ресурсов для того, чтобы быть многофункциональным и развитым городом. Пока же его потенциал раскрыт не в полной мере, и над этим нужно работать, уверен градоначальник. Эти встречи для меня полезны тем, что я питаюсь идеями людей, направлен на развитие нашего города. Я чувствую их пожелания и вижу, что в этом ситуации у нас полная гармония и понимание, что Брест должен двигаться вперед и стать самым ярким ожерельем среди всех областных городов нашей страны. В завершении открытого диалога Александр Рогачук поблагодарил его участников за теплый прием, а также заверил, что еще не раз посетит вуз по другим не менее приятным поводам.